быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью претворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Клянемся! Il regime sovietico esigeva una lealtà assoluta. Quelli che non portavano avanti la linea del partito venivano considerati dissidenti ed etichettati come nemici dello Stato. Con niente di più di una diceria, detta alla polizia segreta, essi sarebbero scomparsi in uno degli speciali ospedali psichiatrici. Nonostante i rischi, questi cosiddetti dissidenti misero in atto le loro idee di libertà. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делаю. У меня была маленькая подпольная типография. И я стал делать листовки. Mentre altri si consideravano dei fedeli cittadini sovietici. Я, например, считал, то уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали, и написали особо опасный государственный присутствие, я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. А он меня вызывает психиатра на утро. Secondo gli psichiatri sovietici, essi soffrivano di inflessibilità delle convinzioni, un sintomo di un nuovo disturbo. La schizofrenia indolente. Когда добьешься, тогда я заем. Так, до конца пей. Берите, я буду с ним. Ребята, не заставьте его. Давай пьем. Come i loro colleghi negli altri paesi, i psichiatri sovietici prescrivevano potenti farmaci per guarire i loro pazienti. Они никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы же обязаны просмотреть прием лекарственный прием, чтобы больные лекарства дошли до больного. Вот они где-то уже, как говорится, в горле. Проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом такие делают какие-то движения, отрыгивают. Врач на обходе говорит, как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю, послушайте, вот там, когда 5 кубиков галоперидола, туда, например, слюна до полу, там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются. Совершенно ужасные позы, лицо все ужасное, на душе страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу, или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь, и вдруг, если тут ты оказался, например, в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать и привязывали, и уже избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год, два, там выписывает убийц, выписывает насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было вот. Растало такое чувство безысходности. Dal 1967 al 1987 il governo sovietico arrestò più di 2 milioni di persone, alle quali per ragioni politiche venne diagnosticata una malattia mentale e che furono costrette a subire un trattamento psichiatrico. Anche oggi la psichiatria rimane lo strumento coercitivo di prima scelta per i governi in tutto il mondo. What we've learned is that in Gitmo or Guantanamo Bay that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed potentially
acts of treason within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. Ma gli psichiatri non hanno mai riservato la tortura fisica e mentale esclusivamente ai prigionieri politici. In tutta la storia, essi l'hanno riconfezionata e l'hanno venduta al pubblico come terapia.